30 августа 2017 года министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева проведет общероссийское родительское собрание с участием родителей, учителей, а также представителей общественности, которых волнуют перспективы развития системы школьного образования. Четвертое по счету общероссийское родительское собрание, как и в предыдущие годы, пройдет в формате видеоконференции с прямым включением из регионов России. Благодаря онлайн-трансляции на сайте ведомства следить за мероприятием можно будет из любой точки страны и мира. Для Миноборнауки России общероссийское родительское собрание – это возможность получить обратную связь, услышать мнение родителей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ. Задать свой вопрос министру можно уже сейчас на сайте Миноборнауки России. Для этого открыт специальный раздел «Общероссийское родительское собрание». Вопросы, заданные через сайт, также найдут свое отражение в ответах министра.